Тише. Внимание, идет запись. Сеня. Вот. Арсений Николаевич. Сергеевич. Это я все с этим путаю. С твоим сыночком. Ага. Значит, Арсений Сергеевич, как зовут твою сестру? Соня Николаевна. Не Соня, а как полное имя? София. София. Так вот, смотри, Сеня, ты уже старый опытный волк, а Соня у тебя учится. Правильно? Я учитель. Ты в данном случае учитель. Значит, вы меня сегодня разорили. Поскольку вы уже заработали денег? Где-то 150. По 150. Сейчас еще будет по полтиннику. Итак, возьми и повтори то, что ты говорил с самого начала. Как будто банка пустая. Так. Нет, нет, не так. Когда можно? Можно. В начале. Песочек. И насыпать на дно. Так. Потом нужно насыпать туда косточек. Так. И их утрамбовать. Слегка. Чтобы там было меньше пустот. Да, правильно, правильно. И, кстати, прижимать немножко к стенкам. Знаешь почему? А потом видно будет, когда они начнут сходить, которые к стенкам прижались. Отросточки видно, проросшие будут. Да, отросточки. Поэтому вот, смотри, сейчас это... София, смотри. София. Ты еще кидай, а то надо чуть погуще. А ты чуть-чуть к стенкам размажь, по стенкам. Во-во-во-во. И видно будет, когда будут сходить. Так. Так, что мы имеем? Мы имеем сладкую парочку, брата с сестрой. Вот, которые сдали на первый разряд. Причем, даже не так. Они вместе с Тимофеем, это в курсе тебя, нет? Что с твоим сыночком, они сдавали на первый разряд. У меня в этот самый, сдавали экзамен прямо в саду. Вот, ну с трудом, но на первый разряд сдали. Вот. Теперь, у Сони был нулевой разряд. Сейчас она получает первый. А Сеня уже второй разряд. Это значит, что со следующего раза он будет больше ее зарабатывать. Угу. Понятно? Так, больше сыпьте этих. А то это мало, больше косточек. Вот. Банок на вас не напасется. Так, молодец. Ага. Можно еще дать. Молодец. Вот. Ну, все, дальше они знают сами. А мы переходим к Дарье Александровне. Дарья Александровна. Значит, мы еще мелочи не стрессировали. Угу. Давай посмотрим, что ты там натворила. Банка наклеиваю, что это. Вишня вылочная, универсальная. Универсальная. Объясни, это и твой экзамен. Ты пока тянешь разряд на третий, не больше. Ха-ха. Он тебя скоро Сенька догонит. Что я имею в виду? Почему она называется универсальная? Потому что она и сладкая, и подходит для подвоя. Во! Подвоя чего? Персиков. Персиков. Ага. Все. То насчет разряд пока не рассчитывай. Вот. Это ты еще третий создаешь. Хорошо. Вот, ладно. Так, что еще можешь, какую пользу извлечь? Покажи крупный план, как ты сжимаешь в руке вот этот песок. Вот. Хочешь, чтобы примерно ориентироваться, какой песок должен быть. Влажности, хотя бы примерно. Так, дальше что еще можно извлечь из сегодняшнего дня? Ладно, загляну-ка я в холодильник. Вот. Я думаю, все. Все. Где-то. Молодцы. Крышка. Только когда все. А когда подпишете, тогда все. Крышка, да? Вот. Подпишу. Сами. А за что им деньги платят? Это какой сорт? А это у нас называется сыновья маджурского абрикоса. Вот. Так я же буду. Ассорти номер 2. Пиши. Абрикос. Так, не можно снять. Надо было другой стороной. Ассорти. И еще покажу вот эту тарелку. Дело в том, что они сейчас долго, упорно разделяли. Вот. Начинался вот этот этап, это я всем говорю.
начинался этот этап. А, наверное, знаешь, что сделаю? Вот сюда поставлю, мне так удобнее. Эти ребята как отделяли? Они отделяли по размеру. Так, все, готово? Да, готово. Все, оставьте, дальше моя работа. Соня, вот. Поздравляю. А как отделяли? Вот эти вот ребята. Вот вы собирали у меня семена, эти плоды в саду? Да, собирали. Собирали. Да, крышку? Сколько я за ведро платил? А? Дети. Что? Сколько я платил за собранное ведро абрикосов? Вроде 50 рублей. 150. 150, вот. Хорошо заработали, кстати. Теперь что получилось? На втором этапе, когда пошла вторая сотня банок, уже косточек. Ясно, что мы их не продадим даже за 10 лет. А собирали, потому что я себя по привычке хохлом называю. Вот. Прошу не думать, что это слово оскорбительное. Вот. Я, значит, сказал, вспоминаем, собирать все подряд. Вы насобирали все подряд, и мы теперь имеем что? Сейчас я повешу на шею. Большие и маленькие. Да, плоды. И вот мы имеем вот это роскошь, да? Это королевские. Вот это, я их уже различаю, это же мои дети. А вот это вот, академик. Вот. Правильно? Сейчас Фаину найду. Вот это самое круглое, Фаина. Вот. Вот это благородная смесь, равным которого нет на всей планете. Почему? В них гены манчжурских абрикосов. Вот тех. Это их супруги. Деревья растут в перемешку. Вот. И я буду снимать четвертый фильм. Мне прислали сотни фотографий из выращенных из моих черенков. Где у нас это? Посылка с черенками. А, спрятали на балкон. Вот. И вот этих косточек. А их так не волоться, фильм снимаю. Так. И можете быть свободны по 200 рублей в кармане. Все. Пока. И получилась такая история, что это такая гремучая смесь. Если вот это все высадить в научном саду, вот, ладно, сделаем скидку. Хотя все равно никто не закажет. Таких случаев единственное на все время. Ваулин заказал вот такие. Ваулин, директор института мясо, вырастил. Получил уникальный урожай. 28-42 килограмма с молодых деревьев. Вот, все вкусные. Вот, выступал на конференции, выступал с закладами, писал рефераты. Вот, и, но это единственный случай на планете. И если я не поделюсь наукой, если науке это не надо будет, значит все, друзья, это через 3 года я их выброшу. 3 года срок хранения, как говорится, гарантированно. Вот. И это только мизерная часть. Больше 100 банок. В каждую банку влазит. От самых мелких это 2000, до самых крупных это 1000. Вот, считайте. Вот. Это я говорю для чего? Потому что вот сейчас Даша кивнет, вот я сейчас скажу, уже заранее кивает. Значит, когда закончится купля-продажа, остался март, апрель. Вот. Дай Бог продать вот это, то, что заготовлено. То, что распасовано. Видите? Вот это вот уже распасовано. Вот. Но это пересылочный вариант. Потом надо добавлять песку. Вот. Это уже никогда не продать. То есть в этом году. Вот. Это упаковки распасованы. И приготовлено, чтобы потом отсюда брать и фасовать. Итак, видели? Видели? Вот. Почему я пишу мелкий средний? Там будет слово на упаковке ассорти, в скобках смесь и так далее. И в результате, что мы будем иметь? Вот это, то, что здесь. Сейчас я закрою. Извините, показывает нашу кухню скромную. Ну, поневоле показал, ладно. Вот это. Все это. Так как на второй год уже не сохранишься, это будет выброшено. Вот теперь можешь кивать, Даша. Угу. Угу. Каждый год? Да.
Да, вот так горько. Вот каждый год я считаю так. Вот эта смесь, взрывчатая смесь, взрывная, не только Ваулин поработал только с манжурцами чистыми, причем абсолютно чистыми. С подманжурского абрикоса мной были собраны сеянцы размером вот ту ручку, что у него в руках. Вот такие саженцы были собраны. По 30 рублей, да. Чего смеетесь? Это не тебе, это им. Это по 30 рублей. Ну, подумаешь, лет 12 прошло. Так. И получается, что... В общем, картину такую мрачную нарисовал. Нет, начал с этого, с оптимизма. Дети учатся, дети чему-то научились. Вот, а заканчиваю такой грустной ноты. Опять двойка. Это, помните, знаменитая картина, когда... Двоечник стоял, опустив голову с портфелем. Вот, знаменитая картина одного из наших выдающихся художников. И называлась она «Опять двойка». Вот. Но эта двойка не мне, это двойка науки. Я, может быть, я такое название так и в фильме назову? Может быть. «Опять двойка».